это была плохая идея. Ты сама предложила сыграть? Едут! Едут! Вот они! Присцилла, оставайся здесь. Лютик, зараза. Геральт, езжай за ним! Этих оставь нам! Покончим с этим! Поехали туда. Сразу я его потерял. Придется поискать следы. Сдохни! Отпечатки четкие. Конь был тяжело нагружен. Спокойно, плотва. Это просто пчелы. Следы копыт. Приезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло. Да, кажись, мелькало что-то такое. Туда, налево отправился. Только я бы голову на отсечение дал, что он бабу вез. Потому как такой виск и вопли. Кажется, конь захромал. Что мне было делать? Отрубить ему ноги по колено? Я же даже не знаю, чего. Эй, ты! Что тут творится? В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выставил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый? Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть. И где он? Вот же любопытный. Обычный черный ход через туннель. Так, на случай неприятностей. Мы туда чужих не пускаем. И еще там есть... Цыц! Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать, так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади, через дверь погреба. Спасибо.
Какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть, как цыпленок. А еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труп тебе не заплатят. А за живого, как я и говорил, 100 слитков золота. 100 слитков золота, ни больше, ни меньше. Не будь я Юлиан Альфред Панкратс, виконт де Леттенхоф. Виконт? Ну, зовут-то тебя Лютиком. Это для секретности. Не буду же я каждому заплеванному простофиле представляться. А теперь будь любезен меня развязать. Ты принял очень мудрое решение. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сержант, а завтра... Тихо! Я что-то слышал. Что? Нет, нет! Только не кляп! Геральт, обязательно надо все испортить. Как раз, когда я разработал... Как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что... Пойдем поговорим снаружи. Присцилла! Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась. Лютик, балабол ты наш. Мы отправились за вами, а то эта твоя девушка всех так пилила, так пилила. А, жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника. Я хотел это сделать совсем иначе, но... Геральт? Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить. Это важно, поэтому сосредоточься. Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь, а вы не встретились? Я не знаю, где она. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я одного не могу понять, зачем ты обратился к ублюдку-младшему. Будь у меня больше времени, я бы решил это как-нибудь иначе. Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота. В сравнении с этим, ублюдок казался мне совсем не опасным. Но что-то пошло не так. О, значит, ты уже обо всем слышал. Я надеюсь, ты не очень злишься. Мой план казался замечательным, покуда мы не начали воплощать его в жизнь. Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане, а теперь я хочу знать, что случилось с Цири. Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на Храмовом острове, убегали от людей-ублюдка. Налево!
Придется бросить коней. Уже недалеко. Какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит с меня этих похвастушек. Пойдем, Золтан. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. Так у тебя только песни на уме. Твой эгоизм с возрастом только разрастается. Это ты о чем? О Цири. А почему я вообще должен за нее беспокоиться? Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом? О, ты забрал ее, ублюдка? Вот Цири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Ублюдка нет в живых. Так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль. Он заслужил такой конец, как и свое прозвище. А наш общий приятель Сиги Ройвен, его ты тоже навестил? У него все хорошо. Жаль. Он, наверное, на меня обозлился. Цири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? А она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Далось Цири это проклятие. Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить, а я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого? Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Мне не показалось, что она проклята. Но она ужасно торопилась. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет, проклятие было по-эльски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. «Вафаэль эляйне каэдмиль фолье, глады в дорны айптенайт бундроитне ияхус». Мне это ничего не говорит. Мне тем более. Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще?
она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Каэр Морхен. Да, она по-прежнему живая и порывистая, но она еще упряма и молчалива, как ты. Точно. Она снова ускользнула. Я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что, Скеллиге? Скеллиге. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну тогда я следующий в очереди. Идемте-ка обратно, в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску жаркого и мягкую кровать. Мы 100 лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь. Спасибо тебе сказать хотели. Так что вот, держи-ка подарочек. Портрет иерарха. Как мило. Ой, на самом деле ничего особенного. У нас таких много. Только не говори, откуда он у тебя, ладно? Ладно. Бывай. Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, 2 сломанных колена значит гораздо больше 1000 слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. У вас проблемы? Проблемы? У нас какие-то проблемы? Нет, я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда.
А то они как раз хотели попрощаться, правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое, герцог? Ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Что это за типы? Этот, надутый как рыбий пузырь, герцог. Говорят, собрался стать новым ублюдком-младшим. Только ему для этого много чего не хватает. Денег, влияния, людей, класса, да всего. А тот второй? Граф, сволочь каких мало. У меня волосы на жопе шевелятся, как я его вижу. В махаканской шахте мы таких впереди бригады со связкой барбарита посылали из подтекающей лампы. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну ты как, Геральт? Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингили и Виго из Ингрима и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже место. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать? Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у южной стены. И спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, золото. Сам не знаю. Дуэльсайз. Ведьмак, собака сраная. Эх, и жить не хочется. Пошла. Thank you.
Это должно быть Зет. Нашел? Нет. А где Зет учетную книгу держит, так и не вытянули. Герцог нас порвет. Но ведь я пробовал. Слишком крепко ты его прижал. Что поделаешь? Ну, хоть карта из Ингрима у нас. Добрый день. О, сука. Ну, Ринко, теперь твой черед. Взять его! Ну, сколько мне еще ждать? Файл Тиарна из колоды белок. Интересно, сколько же эта карта стоит? Видно, мне здесь стоит поискать учетную книгу. Или у Зеда был буйный кот, или где-то здесь должен быть тайник. Похоже, именно тех, кому Зет продавал карты. Золтану стоит на это взглянуть. А я могу стать ведьмачкой? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Отдохни. Ну, пошла. Золтан? Да! Что ты можешь рассказать о новиградском преступном мире? Новиградом заправляет Большая Четверка. Сигеровин, Король Нищих, Тесак и Ублюдок Младший. Слушай, как там называется такой триумвират, в котором четверо? Да хер его знает. Ну и в общем их четверо. Они поделили сферы влияния, и ничего в городе без их согласия не делается. Ходят слухи, что в последнее время ублюдок повздорил с остальными. Ты уже долго сидишь в Новиграде. Может, ты мне скажешь, почему ни Родовит, ни Вар Эмрейс еще не заняли города? Замечательный вопрос. Сейчас все тебе объясню. Война требует средств. А Новиград — это большой порт, могучий флот и полная казна. В сущности, это лакомый кусочек и для Редании, и для Нильфгарда. Как я понимаю, стены города высоки, а арсеналы полны оружия. Ты мало что понимаешь. Это правда, что осада была бы долгой и изматывающей. Но дело в том, что все, что есть ценного в Новиграде, может исчезнуть как сон по мановению руки. Большая Четверка дала понять, что если что начнется, то флот может тут же загореться. А штурм города вызовет беспорядки, во время которых дело дойдет до грабежей, в том числе церковного имущества. В общем, кто хочет получить богатство и флот Новиграда, тот должен договариваться с преступным миром. Насчет карт.
Они у тебя? У меня есть карта с Изенгримом. Ну-ка, покажи. А говорят, все эльфы прекрасные. И много Зет с тебя содрал? Зет мертв. Я встретился с его убийцами. Ну, плакать я по нему не стану. Что с остальными картами? Тебе не кажется, что это увлечение становится слишком опасным? Из-за твоих карт люди гибнут. Только Зет. А он, поверь мне, был не невинной овечкой. Впрочем, ты же разобрался с его убийцами. Так зачем дело стало? Лучше расскажи, что с остальными картами? Других карт я пока не нашел. Продал их, должно быть, сукин сын. У меня есть учетная книга Зеда. Покажь. Выходит, карты купили Цезарь Бильзен и Равик? Но могло быть и хуже. Нужно нанести им визит. Равик, это еще кто такой? Да обычный шулер и мошенник. Прямо диву даюсь, откуда у него деньги на карту Наталиса. С тех пор, как я начистил ему рыло, отношения между нами скорее прохладные. Так что тебе придется навестить его самому. Кто такой этот Цезарь Бильзен? Бухгалтер тесака. Был порядочный мужик, а теперь стал такой важный, что с ним даже выпить не выйдет. А рыбалки? Мы познакомились в рыболовном клубе, в Красе Понтера. Только теперь Цезарь туда и не заглядывает. Так вошел в роль, что и из дому почти не выходит. По крайней мере, за ним не придется бегать по городу. Попробую достать эти твои карты, раз для тебя это так важно. Спасибо. К Цезарю можно вместе сходить. Встретимся у его дома. Это самый оляпистый каменный дом на площади Иерарха. У него фасад золотом выкрашен. А если хочешь сначала побеседовать с Равиком, попробуй заглянуть в Золотой Осёток. Добро. До свидания. С Равиком не царскайся. У такого над ухом гаркнешь, так он обосрётся. Ну, удачи, Геральт. Эх. Отдохни. О, бабу свою толкай. Эй, красавчик. Чтобы не получилось так, что когда проиграете, вдруг окажется, что вам нечем заплатить. Во-первых, я тебе не проиграю. А во-вторых... А ты знаешь, что эльфы-то шляются по Новиграду и детям пищных продают? Вот же ж, сука. Это сильно. Тут бывал, там бывал. Везде Патрон та же самая срань. Не отказывает.
Ну вот, пожалуйста. Тот самый вшивый мутант. Будь добр, составь нам компанию. Равику будет приятно. Посмотри, как он обрадовался при виде тебя. Ты же радуешься, Равик? Он обрадуется еще больше, если ты перестанешь колоть его кинжалом в спину. Ах, ты говоришь так, потому что не знаешь всей истории. Дело в том, что наш общий приятель Равик как раз собрался сыграть на собственную жизнь. И... А, у вас уже есть карта, чего вам еще надо? Если бы ты отдал ее сразу, нас бы тут уже не было. Но ты попытался нас обмануть. И так как все пальцы у тебя уже переломаны, мутанту, пожалуй, придется сыграть за тебя. Согласен? Вот видишь, Равик согласен. Ну и чтобы добавить игре остроты, поднимем ставку. Жизнь Равика и карта Наталиса. Ну как? Согласен. А мне казалось, ты совсем тупой. Играем, играем! Ты так не радуйся.
и не вырывайся, а то поранишься еще. Он выиграл? Ну и что? Сейчас сыграем еще во что-нибудь. Ты уже покойник! Заходи сзади! Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт, в конце концов, сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Ну вот, посмотри. Он об... Если... И... Вот. До Равика мне дела нет. Ведьмак какой-то скучный. Знаешь, я бы попугала и ужина не отказывает. Сильнее меча. Вот так. А, вот и ты. Как все прошло с Равиком? Карта с Наталисом у меня. Ну вот и ладушки. Сейчас только обнесем Цезаря Бильзана и домой. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там.
Мы не можем просто выкупить у него карту? Будь у меня хоть немного свободных наличных, я бы давно съехал в повес. Впрочем, Цезарь в жизни не продаст карту Фингини. Но ты не волнуйся, он в накладе не останется. Есть у меня для него бутылочка махакамского спирта. Спиртной дух отечества для иммигранта значит все-таки больше, чем какая-то говеная карта. Ты, кажется, говорил, что Цезарь не пьет. Я говорил, что с ним не просто выпить, потому что он редко выходит. А значит, он сразу накушается до изумления. 3 стопки, и ты сможешь всю его коллекцию вынести, распевая при этом про 3 девиц из Викулара. Что это за коллекция? Никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про все расскажешь. Ну, пойдем. Живой? Цезарь Бильзер! Еще помнишь спор о том, кто король Понтера? Король Понтера — щука! Ну вот, видишь, а я пришел тебя убеждать, что сом, и притом не с пустыми руками. А это кто? Это Геральт. А Геральт рыбу ловит? Да, в прошлый раз я поймал на червя такого окуня. В Понтере? Ну да. На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюет, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна кларнет. Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчику. И на вкус было, как тимьянчик с говном. Сыт! Взял я прошлым разом? Геральт, а ты что скажешь? Как, по-твоему, судачок на вкус? Прошлым разом не говорят. Кого ты ко мне привел, Кивай? Какого-то долбанного чистоплюля? А ты слышал, Бильзен, что Виба Батильда недавно молодую щуку на горох поймал? Да брешет, как всегда. Понтерские щуки не такие дурные, чтоб на его тухлый горох кидаться. Они только на живца берут. Или на червя, но не особо. Я вот как-то выкопал такого жирного, красивого, что сам бы сожрал. Ну, не знаю. Геральт, а вот вы там в Каэр Морхене на что ловите? На живца. Ну, вот видишь, Кивай, из него еще выйдет добрый удильщик. Ну, всего лет через 50-60. Поживем, увидим. Геральт, метнись, принеси еще бутылочку. Через минуту. Живо! Ты что, забыл, зачем мы сюда пришли? Как тут наберешься с одной бутылки? Ладно, иду. Ну так когда пойдем сама-то вместе ловить? Я с тобой больше ловить не буду. Помнишь, что было в последний раз? Ну и что было? Не надо было так подсекать, он бы и не сорвался. Славные бритвы! Этот нож вроде бы прикреплен к столешнице. Ящик открыт.
Треугольное отверстие в стене. Интересно. Потайная дверь за книжным шкафом. Классика. Человека. Ее создали с помощью магии. Пожалуй, отнесу ее Трис. Сервиз, с которого император Мгыр ел во время коронационных торжеств. А вот и Френгилия. Веревка, на которой был повешен Стефан Скеллен. Черепы Ахима Деветта. Мрачноватая коллекция. Полный доспех 7-й Дейрлянской бригады. В идеальном состоянии. Портрет императора Ингыра. Темпера дерева. Довольно подхалимский, я бы сказал. Слышал, белоголовый. Золтан, пора собираться. Ага. Поздно уже. Погоди, ты ж бутылку собирался принести. Вы уже уходите? Привет, Бильзен. У нас для тебя новости от шефа. Новости? Какие новости? Мастер-тесак очень недоволен. Минуточку. Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню. Поздно. Взять его. Вы двое проваливайте отсюда. Нам и правда пора. Кажется, Тесаку понадобится новый бухгалтер. Жалко Цезаря. Хотя в рыбалке он ни хера не смысл. Взглянул я на коллекцию Цезаря. И что? Ничего удивительного, что он ее не афишировал. Нильфгаардские доспехи, портрет Ингыра, череп Ахима де Ветта, кинжал Ватье де Ридо, веревка, на которой повесили Скеллена. Ну и ну.
Ну и мерзость. А я ему руку подавал. А ты веревку случаем не прихватил? Кое-кто за нее прилично бы заплатил. Некоторых такие вещи возбуждают. Нет. Нет, так нет. Жалко. Еще я нашел статуэтку нильфгардского солдата. Она магическая, но что на ней за чары, я не знаю. Трис с ней разберется. Точно. Занесу ей при случае. Все карты у нас. Что теперь? Теперь мы загребем за них кучу денег. Пойдем. Надо побыстрее заканчивать с этим обменом. Опасаешься, что клиент передумает? Скорее уж я передумал. У меня тут было столько желающих, что я их перебирал, как красотка ухажеров. А клиент, он кто такой? Приятель приятеля. Я мало о нем знаю, но это кто-то вроде герцога. Хм. Ты меня знаешь, Герн. У меня никому предубеждений нет. Лишь бы платили. Ну, жду не дождусь, как бы рассчитаться с королем. Ну, наконец-то. Труп уже остыть успел. Это что еще такое? Твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет. Примерно в такой последовательности. А теперь попрошу карты. Надеюсь, раздобыть их было не слишком трудно. Попробуй их забрать, узнаешь. Один? Я не такой глупый, как граф. Ты, наверное, это уже понял. За работу. Краснолюда попробуйте взять живьем. Мне с ним потолковать надо. Сейчас сделаем. Герард, эта манда убегает с моими деньгами. Сука, сука, с нашими деньгами. Догони, ублюдка, а я займусь остальными. Ты уже покойник. Не лезьте ему под дверь.